Теперь давайте поговорим про уход за нашими пяточками, за кожей наших ног. Я большое внимание уделяю состоянию своих ног. Я люблю, когда кожа моих пяточек очень ухожена. И для этого, собственно, у меня есть несколько хитростей, которые на самом деле, наверное, на данный момент далеко уже не хитрости. В первую очередь, это вот такой вот пилочка-шоль для того, чтобы убрать омертвевшую кожу с наших пяточек, для того, чтобы наши пяточки были гладкие и нежные. Собственно, достаточно периодически обрабатывать ее данной пилочкой, только, пожалуйста, я знаю, что у многих сейчас эта пилочка есть, не забывайте менять. Вот там ролик, они продаются отдельно, если у вас пилочка уже есть в наличии, то вы просто покупаете сменный ролик и меняете его раз в 2-2,5 месяца, будет вполне достаточно для того, чтобы ваши пяточки оставались ухоженными и аккуратными. Честно скажу, в последнее время я данным роликом пользуюсь не очень часто, потому что, в принципе, при правильном уходе за вашими ногами, за кожей ваших ног, при правильном ее увлажнении и питании, при этом при ношении достаточно комфортной и удобной обуви, в принципе, необходимости в регулярном отшелушивании ваших пяток у вас не будет. Не секрет, что по состоянию наших стоп, по состоянию наших пяток можно определить состояние всего организма, и, соответственно, если кожа ваших пяток нежная, как младенцы, то и ваш организм очень хорошо работает, и, как правило, со здоровьем у этих людей нет никаких проблем. Для того, чтобы питать и увлажнять кожу моих пяточек, у меня есть три основных любимчика. Все они, вот они все три, все они марки Gevoll. Это немецкая марка, профессиональная марка, которая делает именно крема по уходу за нашими пяточками, а которыми, в принципе, пользуются большинство мастеров педикюра в хороших салонах. Один из моих любимых кремов Gevoll – это липидокрем. Также его называют синий крем от Gevoll. Липидокрем – это замечательный базовый увлажняющий крем. Им я стараюсь пользоваться круглогодично. При регулярном использовании именно данного крема отпадает какая-либо необходимость использовать даже пилку для ухода за пятками, потому что вот этот вот волшебный крем, он, собственно, настолько питает, увлажняет и восстанавливает кожу, если она немножко подсохла, то даже отшелушивать, собственно, особо там ничего и не остается. Также в зимнее время я периодически использую вот этот вот крем Gevoll. Это Salve for Cracked Skin. Этот крем очень жирный. Все крема Gevoll идут в объеме 75 мл. Данный крем Salve for Cracked Skin, его также называют красный крем Gevoll. Данный крем Gevoll является самым жирным в линейке Gevoll. В нем очень большая концентрация различных масел, которые работают на восстановление ваших пяток. И это тот крем, который действительно способен восстановить достаточно сильно поврежденную, сильно пересушенную кожу пяточек. Единственное, что так как этот крем очень жирный, для того, чтобы он не оставался на вашем постельном белье или не оставался на ваших тапочках или на ваших носках, я все-таки рекомендую после того, как вы нанесли данный крем на кожу ваших пяточек, либо одеть какие-то резиновые сланцы и походить в них, подождать хотя бы 10-15 минут до того, как вы ложитесь спать, чтобы данный крем впитался в кожу ваших пяток, либо одеть сначала полиэтиленовые пакетики на ваши ноги и уже потом носки, для того, чтобы все питательные вещества остались именно на коже ваших ног, а не на ваших носках. Еще один крем Gevoll, о котором бы очень хотелось рассказать, это Gevoll Extra, или его еще называют зеленый крем Gevoll. Это крем с авокадо. Нет, с авокадо другой крем, а этот травяной крем. Я его очень люблю использовать в качестве дневного ухода за моими пяточками, потому что он не такой жирный, как красный крем Gevoll. Он не настолько питательный и увлажняющий, как синий. В дневное время он очень хорошо дезодорирует кожу ваших стоп и очень нежно, нежирно ухаживает за вашими пяточками. Те продукты, о которых я вам уже рассказала, я использую в своем уходе за руками и ногами дома. В поездке же я с удовольствием с собой беру вот такие вот малыши от L'Occitane. Объем каждого из этих кремов 30 мл. Это один и второй крем. Они из линейки с маслом карите. В креме для рук процент масла карите 20%. В креме для ног процент масла карите 15%. Оба очень приятно пахнут, оба замечательно кожу увлажняют и восстанавливают. И в качестве дорожного экспресс-ухода за моими руками и ногами они мне очень-очень нравятся.
И так хотелось бы напомнить, что в уходе за кожей, в уходе за собой не стоит останавливаться на каких-то отдельных зонах, потому что ухода и ваше внимание требует все ваше тело. Я вас призываю себя любить, я вас призываю за собой ухаживать. Не забывайте уделять внимание своим ручкам, своим ножкам и остальным частям вашего организма, и поверьте мне, они будут вам очень-очень благодарны, и ничто так не говорит о молодости и ухоженности женщины, как состояние ее рук и состояние ее пяточек. И не забывайте, для того, чтобы во время пляжного сезона, во время летних отпусков ваши пяточки были ухожены и выглядели гладкими, и ножки ваши чувствовали себя легко и комфортно, за ними надо очень тщательно ухаживать в зимнее время года. Не забывайте, пожалуйста, регулярно отшелушивать лишнюю кожу на ваших ногах и также на ваших руках, питать и увлажнять ее и защищать. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Я очень надеюсь, что данная информация хотя бы частично будет вам полезна. А еще раз напоминаю, что я не являюсь специалистом, и с вами я делюсь своим опытом ухода за своей кожей, ухода за своим телом. И мне будет очень приятно, если мой опыт хотя бы частично вам пригодится. И, пожалуйста, пишите ваши комментарии внизу, пишите ваши вопросы, если они у вас есть, пишите пожелания с темами, которые бы вам хотелось, чтобы я осветила. И пока-пока-пока!